Добрый день, друзья! Мы с вами продолжаем наше приключение в мире Baldur's Gate 3. И в прошлый раз мы остановились на моменте, когда мы залезли в подвал, нашли там тайную дверь, там какие-то книги по некромантии, какое-то странное зеркало, куча оживших трупов, и дальше такое ощущение, что впереди нас ждет лабиринт, наверняка полный опасностей и монстров. Вот аниме, наша команда из одного жреца, чародея, волшебника и колдуна. Поехали. Ну, пока вроде ничего страшного нету. Пойдем посмотрим, что у нас. Деревянный письменный стол. В нем чернильница, перо. Мне интересно. А, так это мы тут были. Такое ощущение, что мы тут были и просто вышли с другой стороны. Бу. Я думал, лабиринт будет. Лабиринт. Я уж приготовился. А вот, смотри-ка. Ничего нового нас тут не ждет. Потому что мы опять же вернулись в тот самый подвал, с которого и начинали. Давайте поднимемся по лестнице. Стоп. Картину возьмем. Картина — это хорошо. Картину можно и повесить у себя. Или продать опять же. Ничего не трогали. Честно, честно. Че вы спорите? Если с соками воняет, то на чьё-то, но у вас, конечно, странные, в принципе, деления. Ну, хотя гоблины, чё с вас видите? А куда мы тут можем идти? Вы куда пошли? Почему сюда пошли? Ладно, не идите сюда. Идите, наверное, сюда. Вот у нас вход в эту вымершую деревню. Есть еще один дом с ветхими деревянными дверями. Заперто. Ну, теперь вот пойдем там, где открыто. Посмотрим, что у нас есть в ларях. Две ложки. Щипцы. Скелете, между прочим, кольцо с хризолитом. До его пусов 8 монет. О, тяжелый ключ. Взять. Тяжелый ключ наверняка от ворот этого дома. Что-то рычит. А, хилый багбер рычит. Похоже, кузня. Так, паутина. По паутине, наверное, лучше пока не ходить. Так, вино надо взять. Здрасте. Я вас копье возьму. С саками вроде не пахнет. Поэтому не похоже, что оно чье-то. Возьму боевой топор. Ну ты, мадам, молодец. С гоблином и фейкой нам не поговорить. Пока. Наверное, это и к лучшему. О, еще один старый ключ. Два старых ключа. Ну надо же. Кинжал. Подобрать. Может, конечно, сюда паутную шкафку запустить. Чтобы зажечь эту паутину, явно, что внизу нас ждут какие-то пауки. У
дают эту дверь. Почему? Здесь у нас есть бочка. В бочке ничего интересного нас не ждет. Цветной знак на двери показывает, что это кузня. Так, дневник. Дневник, дневник. Дневник из высокого утеса. Ученица превзошла учителя. Мой шедевр почти готов. Осталась лишь одна деталь. Сэмпсон говорит, что чертежи дерьмо и ничего не выйдет. Да что он понимает? Он дальше своего брюха ничего не видит. Экспериментальный образец и чертежи я пока спрячу. Погоди у меня, Сэмпсон. Твоя звезда закатится, а на ее месте взойдет звезда нового гения. Завершить оружейный шедевр. Окей. Это интересно. Хочу. Хочу оружейный шедевр. Так, сюнитское ожерелье. Взять. Не во вкусе нашей жрицы. Это он-то крапит. Мы можем его только ударить. Зачем его ударить? Хотя рано или поздно мы все равно с ним сражаться будем. Ядреное пойло из чуйта. Возьмем. Пряный кит и волос. Возьмем. Если будет только хороша, мы ее возьмем. Посмотрели на ящик, кстати. Пошли дальше. Ладно. Тут у нас, кстати, еще две лопаты. И деревянный ящик выкопанный. Там 9 монет. Окей. 9 монет. Но где-то здесь были ворота. Мы можем забраться наверх. Если мы взберемся наверх, может, что-нибудь полезное увидим? Давай только крыши. Ну, вроде только крыши. Не надо, пока наверх. Наверх мы полезем, когда запахнет чем-то неприятным. Ветхие двери. Там что-то светится. Использовали старый ключ. Отлично. Теперь, ребята, осторожненько. Вот. На рычаг нажмите. Что-то сработало. Надо, наверное, вперед Уилла отправлять. У него все-таки инфернальное зрение есть. И по идее он должен видеть, что у нас здесь в темноте находится. Чтобы на ощупь не тыкаться. Вроде тут не полная темнота. Во, факел. Так-то лучше. Так-то намного лучше. Тряпки. Тряпки не нужны. В ларе. Ничего нет. О, факел. Давай. Боровские инструменты. Возьмем. У нас нормальных-то взломщиков нет. Я вроде знаю заклинание для открытия. Но оно уже мне ячейки тратит пока. Так, а тут бы на самом деле, может, приходилось заклинание света. Так, давайте сюда вниз мы сходим. Потом. Пока сходим куда-нибудь сюда. Так, одежда старая. Тухлая, неинтересная. Там ветхая дверь. Ящик. Nothing there. Здесь вот ничего. Ящик-то зачем-то нужен? Nothing there. Мы подошли и сказали, что там ничего нет. Бутылки, свечи. Пошли к свечу. Тут темно так, что вообще ничего не видно. Окей, пошли дальше. Круг тухлого сыра не нужен, пожалуй. В мешке неблагородная шляпа. Пижонский и расфуфыренный головной убор. Идеально подходит для кумполов, которым не привыкать, что за их голову регулярно назначается цена. Это можно оставить вам отдать. Он поди обрадуется. Бедная одежда.
Есть ли где-нибудь факел тут с этой стороны? Рычаг есть. С рычагом взаимодействовали. Тут как-то на ощупь-то нет. Во, факел. Все, вроде все осмотрели. Во, буфет, оказывается, тут есть. Свет включили, буфет увидели. Чудеса. В мешках, конечно, ничего хорошего нету. Там какая-то лестница. Пойдемте сюда. О, осторожненько. Здесь у меня какой-то рычаг был. Показалось, наверное. Ладно. Спускаемся вниз. Не надо у своих таскать. Что у вас за маниакальное стремление? У своих что-нибудь стащить. Свои же. Так. Ну, возьми за 30 золота, потом продадим. Это немного, но кое-какие деньги. Так, тачка. Тачка, лопата. Тут ничего. Тут тоже ничего. А тут воровские инструменты. Когда-нибудь я перестану проверять все эти бутылки. Проверив, что в них ничего нет. Но пока надежда еще есть. Пока будем пытаться что-нибудь найти. Так, серая от дорожной пыли одежда нас не интересует. Тряпки тоже не интересуют. Может быть, более интересное тут есть. Хорошее подсвеченное место. И вроде как ничего нету. Странно. Странно. Ладно. Может, чем-то на рычаг нажали? Зачем мы нажали на рычаг? О, есть какая-то ветхая дверь. Куда дверь? Выйдет куда-то вдаль. Окей, осторожненько. Деревянный сундук. Сжигаем свет. Да, свет будет лучше всего видно, в том числе и нас. Но так мы хоть сами тоже что-то увидим. Тут ничего. Стопки никакой, тут тоже ничего. Что за составляет куча деревянных ящиков, ящиков безо всего? Yourself. I spy a trap. Ага, ловушка. Уилл, ну давай. Просто заметил ловушку. Иди обезвреживай. Ошибается тебе даже. Бонус даст. Просто ать нет. Неудача. Но у тебя есть вдохновение? Давай еще раз. Другое дело. Чертежи из высокого утеса. Сложнейшие чертежи трех впечатляющих образцов вооружения. Дай мне. Так, маленький сейчас его прочитаю. Так, четкие, изящные линии образуют чертежи трех предметов. Двуручного меча, серпа и кинжала. Указаны точные размеры. Введены подробные инструкции по изготовлению, упоминается необычный ингредиент – кора суссура. Применять ее можно только к обычному, немодифицированному клинку. They call for Susa bark. If only I knew where to find some. Я вот не знаю, где ее найти. Так, а что можем сделать? Мы можем передать тебе, например, Гейлу. Гейл, почитай. Really?
Пока мы не знаем, где найти ответ. Ладно, давайте передай это Уиллу. Уилл, может, ты прочитаешь? Нет, похоже, никто не знает. Ну, передай мне. Серп. Ну, давайте возьмем. Потом продадим, как и дубинку. Так, сундук мы уже осмотрели. В нем удивительно, но ничего не появилось. Так, тачка. Тачка нас не интересует. Тащить оружие мы, к сожалению, не можем. Вот тут есть вечный меха. Ого! Треснувшая стена. Надо, наверное, ее ударить. Ты интересно проходишь, чтобы открыть этот ящик. Так, у нас есть кузнечные меха. Here goes nothing. Ага. What path lies before me? Может быть, мы можем даже ковать что-то. Это было бы неплохо. Ну, кстати, есть. Есть что? У нас есть слитки. Короткий меч возьмем. Похоже, есть еще один короткий меч. Тоже возьмем. Может, сможем его модифицировать, как нас просят. У нас в мешках гнилая морковь, не интересует. Репки тоже не интересуют. И метлу оставим. Пойдемте. Так, у нас есть лестница, которая, конечно, тоже куда-то ведет, но пока давайте найдем треснувшую стену. Отойдем от нее, вдруг она там осыпется прямо на нас. Нет. Оп, огнем и не пробить. Ладно. Мадам, давай тычковыми атаками. Тебе бы дать какое-нибудь другое оружие, да? Где-то у нас должна быть булава. Должна быть вроде. Так, боевой посох 2.9. Уж, ну этот посох он получше, чем у нас. У нас-то 0.7. А, ну у нас силы мало. Поэтому. Так, давай-ка мы отсортируем предметы по типу. Так нам будет проще найти нужное нам оружие. У нас есть кирка. Это колющий урон от кирки. Если он что-нибудь, что дает нам дробящий урон. Ну, режущие от боевого топора есть. У Уилла есть. Дай, мадам. Мадам, пока вместо копья возьмите булаву. И вперед. Спасибо. Теперь меняемся. Все вместе пригнуться. Тут у нас есть факел. Тут должна быть еще кнопочка зажечь факел. Those webs carry vibrations. Ага. Паутина, говорит, с вибрациями. Факел, факел возьми. Факел.
Окей. Так, если мы посмотрим на тебя. Окей. А ну теперь вот здесь вот посмотрим, что у нас здесь. Ну, вроде ничего. Ну, что я знаю про паутину, что паутина неплохо горит вроде как. Так, если можем спуститься куда-то глубоко-глубоко вниз. Либо потом собраться оттуда. Ну-ка, давайте посмотрим, как глубоко вниз мы сможем спуститься. Это вода. Вот темно и неприятно. Давайте поднимемся наверх. У нас, правда, один проход. Это как попробовать по паутине пройти, а там паучье гнездо есть. Наверняка что-то вылупится, да? Так, давайте пока на паутину вставать не будем. Keep my head down. Окей, сами хватки огнем не жгутся. Холодом? А холодом вполне себе. Холодом вполне себе уничтожаются. Так, с визом пока не надо говорить. Сходи сюда. У нас получается это здесь. Чё? Маловато будет. Дальше. Опа, кто-то к нам идет. Привет. Он не очень похож на паука, я вам скажу. А вот эти похожи на паука. Фазовые пауки. Знакомые ребята. Привет. Нам бы отойти куда-нибудь в более безопасное место. Хотя... можем сжечь эту паутину и стоять здесь, ждать, пока они к нам придут. Хай. А тут Иркап как-то слишком живуч, мне кажется. Вот так вот. Речки. Куда они там прыгают? Не прыгают там где-то далеко? Пашку нам бы немножко разойтись. Ну, давайте пока эти РК побудем тыкать. Так, тут пока никого нету. Окей, отходим. И пока давайте помаленечку, наверное, даже теми желтыми зарядами. Хоть промазали. Ну хорошо. Ладно, отходим. Еще один паркап. Побежал. Но это кто, они довольно живучие. 33 здоровья. А что это я не могу делать основные действия? А ведь не нравится. Чем мы тогда можем? Что-то выпить? Но тут необходимости в этом нет. Можно просто немножко отойти. Давайте немножко отойдем. Я думаю, Shadow Heart немножко потом будет. Рыбок. А, ну он еще будет с другой стороны обходить.
Логично. И куча неприятных пауков идет. Хорошие новости, мы уничтожили два гнезда. Плохие новости, ну как враги-то потихоньку приближаются. Давай в него. Так, я полагаю, здесь они вряд ли появятся, они будут пытаться прийти здесь. Ладно, давай теперь переходить сюда. Ну сюда иди. И отходим немножко. Так, воду создавать нам, наверное, пока не надо, так как пляшущие огоньки. Хотя пляшущие огоньки вот там тут свет создали, что было бы неплохо. Слушай, ну 18. Ладно, давайте пока с ним. Так, да, справимся. Я думаю, мы успеем. А можно? Ты все-таки не можешь. Почему помеха? Неподвижность в паутине. Чё ты? Давай. Огненный заряд. 18 метров. Ты меня пугаешь. Чё ты? Не может двигаться. А, тут паутина осталась. Окей. Чего ж ты в паутину-то побежал? Паутиш, ладно. А давай. Огоньки. По-хорошему надо бить того этих капа, да? А почему ты хочешь его в рукопашную-то бить? Почему ты хочешь бить его в рукопашную? А в тебя? Тебя можно. А чем мы тебе знаем? Заражение. Кишит мелкими пауками, наносящими 1d4 колющего урона и 1d4 урона ядом каждый ход. Отвратительно. Мультиатака в паутине. Если царапут над паутиной, может быть несколько раз, и ходит по паутине, зная точное местоположение любого предмета, коснувшегося паутины. Ага. Ну, ты, конечно, молодец. Давай пока. Где-то страшно уже. Давай, наверное, так. Насколько? Так, у него нет заражения. Окей. Прилив хаоса есть. У меня очередная атака. Так, ну, сейчас прилив хаоса вроде не сработал, да? Да. Ого. Давайте отойдем куда-нибудь вот сюда. Он забирается сюда, мы сейчас будем его сталкивать. Он вроде не должен успеть нас атаковать. Не зараза. Мадам. И это. Хорошо. Ну,
повалить, повалили, столкнуть, не столкнули. Уилл. Сможешь ли ты? Ты должен был его оттолкнуть по-хорошему, но... Увы. Давай так. Так, промазал. Окей. А впереди еще один стоит. Где разобраться с этим? Надо, по идее, разобраться с этим. Уж если я с ним разбираюсь, он не ходит. Давай его. Ой-ой, сейчас мы все доберемся. Отходим. Так, мы не в паутине. Хорошие новости. О, прилив хаоса сейчас. Так, ну с одним расправились. Правда, все горит. Мы могли бы все это потушить с созданием воды, но... Это же ячейка заклинания первого уровня. Давайте просто, наверное, перепрыгнем. А его тоже нету. Здорово. Так, ну двух самых толстых мы победили. Ты тоже давай. У нас приснись к прыжкам. Ты горишь. Неприятно. Ладно. Давай сюда и давай договор рапиры. Окей. Ну там где-то еще один есть. Мы пока к нему не готовы, поэтому давайте спрячемся. Так вот, осторожненько. Мы тоже давайте спрячемся. Я бы тебя потушил. Но пока не могу. Пока говорят крст. И стоят там. Мы будем говорить, стоит здесь. Давайте постоим немножко, посмотрим. Будут ли пауки действовать. Как-то они не особо действуют. Был. Мы могли бы что-нибудь делать. Но мы знаем, где они примерно. И нам, чтобы с ними справляться. Ну, давайте сейчас пробуем от паутины избавиться. Только не так. Сядь, пожалуйста. I don't fancy their chances. Так, а вот ты... Так, ты владеешь огненным взрывом. Сожги паутину. Все, сейчас паутина тут прогорит. Можно будет потом ходить, прыгать. Пока огонь. Два паука. Фазовых где-то там вдалеке. У нас пока огонь. Бежать в поле боя пока не надо. Дробный стуклап. Подождем. Мы могли бы потушить про огонь, но зачем? Мы же побережем ячейки. Все, тут все потухло. Можем пойти и попробовать перепрыгнуть. Отлично. Кстати, с этой стороны тоже паутина была. Так, ну я стоял на паутине, они должны были меня увидеть. А тут нам уже движения немножко не хватает, чтобы туда перепрыгнуть. Ладно. Подожди тогда здесь.
молодец. Еще один факел. Тут нам пока делать нечего. Это место, где мы нас последний раз видели пауки. А чем мы не можем прыгать? О, непонятно. О, у нас, наверное, передвижения закончились, да? Окей. О, привет. Ах ты ж. А, ты промазал. Акела промахнулся. Так, как нам лучше? Копьем этим убить бассейн. Огненным снарядом 1.10. Огненным снарядом, наверное, лучше. О, кинем безопаснее. Можем призывать, конечно, призрачное оружие, но... Далека в тебя. О, 6. Неплохо. Ну, пожалуй, здесь подождем. Этот все-таки... Так. Кто у нас? Гейл. Гейл, было бы неплохо. А, хотя ты отсюда же не достанешь, да? Вот так, а ты достанешь. Да. 4. Ну, это не прыгай сюда. Хоть в паутине. Похоже, его сейчас будут бить. А мы продолжаем. 14. Можно его и звуком было ударить, впрочем, он один. Ну, мы с ним и так справимся. 6 урона. Отлично. Мы можем даже отпрыгнуть назад. А не, назад прыгать слишком высоко. Ладно. Можем окунуть оружие. В это, говорят, нельзя окунуть. Так, ну и я, который остался на той стороне. Давайте тоже. Слишком далеко, говорят. А Уилл как-то мог. А Уилл как-то мог, а я не могу. Но Уилла, конечно, инфернальное зрение. Поэтому, возможно, он мог. Может, тут 18 метров. Прыжок. В смысле слишком далеко? У меня все настолько плохо. Ничего. Ух, ну в паутину мы не вляпались. А, наверное, далеко, потому что на том месте стоит Уилл. Эх, ладно. Не дотягивайся. Не дотягивайся. А мы там на границе бить такое себе, да? Может, мы что-нибудь чем-нибудь можем помочь? У нас есть магическая рука, чтобы манипулировать объектами. Мы использовали опаляющий луч, чтобы избавиться от того большого товарища. И, наверное, пока тратить не будем. Давайте просто конец хода. Посмотрим, что он будет делать. Ух, 7 урона Гейла. Хватит это терпеть. Критический промах. Вот тут бежит к нему. Нет. Отойди. Ой, еще один паук. Ух ты же, ёжки. Так, один не в паутине, другой в паутине. Так, минус один. Так, надо помогать Shadowheart, а то как-то ей тяжело. Где там товарищ, который наверху стоит?
можем его по нему попасть? Вне досягаемости, говорят. Ого. Ого, говорят, что он вне досягаемости. А мы вообще пока двигаться не можем. Жаль. Ладно. Может, я хотя бы с вами могу передвинуть? И я тоже в паутине. Да, что ж такое, вроде всю паутину сжигал. Ладно, постоим. Ребят, держитесь. Так, ну ты лечись. И покоится. Вот эту штуку бы уничтожить еще. Промах. Отступить немножко. Давай немножко отступим. Вот у нас он, простой токсин. На полу лежит. Привет. Куда пошел? Так, у нас же шпага хорошая. Давай. Так, простым токсином тебя не пробить, но... Я толкнем. Так, 13. Я потом, может быть, 3 всего лишь. Маловато будет. Давай. Иди с краешку. Ну а теперь давай это фейерболом. Добивай. Во! Молодец. Любим мы все по паутине ходить. И застревать в ней. Забавно. Так, в том тоже ничего нет. Давайте уже отойдем отсюда. Есть у нас что-то хорошее в фазовых пауках. О, паутинное железо. Можем там готовить паутинные гранаты. Возьмем. Так, вот какая-то гадость у вас набрызгана. По гадости постараемся не ходить. Кто наступит на гадость? Тут сам себе злобный Буратино. Так. Я думаю, можно сейчас пройти чуть дальше. Это же далеко не последние пауки у вас, да? Видим? Видим яички? Уничтожаем яички. Бабы из них кто не вылез. Так, у нас здесь есть проход еще. Яйцо фазового паука вижу. Видишь яйца? Не уничтожим. Давай еще раз. Все, нету яйца. Это потом будем мимо проходить, а они как повылупляются. Этого нам не хотелось. Паучий кокон. Вон паучье яйцо еще есть. Окей. Какие-то мертвые гоблины. Это мы все изучим. Скелеты. Много скелетов. Короткие мечи, серебряные ожерелья. Так, дай-ка это Shadowheart. А что нам показывает? Ага. Нас как-то многовато уже всего. Ну давайте придадим большую часть Shadowheart. Не сильно что-то меняется. А давай-ка мы по весу. Что у нас самое тяжелое? Свет, как говорит, самое тяжелое. Куча лечебного зелья. А еще, говорит, вот здесь вот куча всего тяжелого. Сумка с припасами-то.
Не то чтобы оно было сверх-сверх тяжелым, но все равно место занимает 29. Многовато, да? Давай это Shadow Heart отдадим. Ну, еще всякие длинные луки. Тесаки. Копья. Скиметары. Воровские инструменты тоже оказываются тяжелые. А тоже Shadow Heart поноси. Потом можно сходить и продать все. Картина вон по килограмму весит. А, крюкзак ученика. Дневник ученика и огонь алхимика. Огонь алхимика нам понадобится. Третий день Октара. 1371 год. Да будет известно, что я покинул родину по причине обязательств перед хозяином, а не по собственной воле. И если бы я не дал клятвы, то сидел бы дома, служил звукиром, а не лечил бы свиную чуму в какой-то грязной деревне. Но клятва есть клятва, и я исполню свой долг, я буду ему служить, пока он не отпустит меня. Первые страницы дневника написаны элегантным почерком, который затем становится все грубее и резче. Последняя запись сделана торопливыми коревыми каракулями. У них получилось. Темные юстициары нашли старого дурака раньше, чем Зулки. Теперь он истекает кровью, а когда умрет, я буду свободен от клятвы. И я смогу вернуться. И я верну фолиант по некромантии, который он украл. Тогда меня простят. Поймут, что я им верен. Ключ-самоцвет спрятан в тоннелях. Когда я заберу его, то, поскользнув в подвал, возьму то, что смогу унести, и домой. Ну, кстати, есть один. Одна крышечка по некромантии, возможно, именно про нее и речь. Дневник обновлен, открыт дневный фолиант. Где у нас? Принять свой потенциал. Как далеко простирается его сила? Но это мы будем становиться, возможно, элитидом, если будем этим использоваться. Так. Можем уничтожить фолиант. Можем найти ключ, потерянный в тоннелях. Это не важно. Но сам фолиант у нас есть. Уже хорошо. В скелете есть кольцо самосохранения, между прочим. Если во время боя владелец начинает бой с половиной стачков здоровья или меньше, он на один ход получает импульс. А импульс... Чувствуем, что нельзя терять ни секунды. Скорость перемещения увеличивается на 1.5 метра. Не бог весть что, но давайте возьмем. Кому? Shadow Heart, наверное. Так, ну-ка. Да, у него ни одного кольца нету. Держи. Ну, вес она может еще довольно много переносить. Так, куповщик кокон. В нем, между прочим, зелье лечения. Пригодится. Факел, думаю, нам не нужен. Ржавый клинок. 1-4 урона. Наверное, нет. 16 монет в этом коконе. Тут у нас есть рюкзак. 54 монеты и зелье великого лечения. Дадим сразу Гейлу. Так, еще один паучий кокон есть где-то здесь. Так, кинжал выпал. Окей. Впереди два паучих кокона. Там впереди зловонные кладки яиц, которые могут гореть, как я понял, паутина. Мертвый гоблиненок. Это как-то интересно, да, пошел? У них невосприимчивый же точно. Ничего, разобьем так. Вот же. Сюда не можем попасть. Ладно.
Мы можем, наверное, пройти немножко сюда. Куча паучьих коконов. Наверху старый рюкзак. Дубинка. Неплохо, мы, наверное, пока оставим. Кожаные перчатки. Ну, их можно будет продать. Как и медное колечко. Что у нас еще есть в коконах? Кожаный шлем. Испытание ловкость плюс один. Дадим, наверное, Shadowheart. Посмотрим. Что у нас тут еще? Простые сапоги. Не нужны, слишком дешево. Череп убить. Зелье выдающихся прыжков, между прочим. Так, наверху еще есть паучий кокон. О, свиток мерцания. Давай. У нас есть колечко, которое дает этот эффект, но само по себе возможность это делать уже неплохо. Так, там впереди. Пойдем сюда. Старый рюкзак. Еще один. Залутать. Еще один старый рюкзак. Ух ты, не добили. Так, свиток обнаружения мыслей. Хоть не дотянуться. Жаль. Жаль, что он там так и остался. Так, ты куда меня? Наверх ты тянешь. Ох уж эта камера. Свиток обнаружения мыслей, может, и хотелось бы. Но мы без него тоже обойдемся. О, колодезное ведро есть. Двуручный меч. О, мы нашли, как ставить метку. Ну-ка, бери. Привет. Уилл, я вообще-то меч хочу подобрать. В общем, давайте сразу за Шедуха. Ну, кольцо. Золото. Короткий меч. Вот, пока оставим. А, мы поднялись наверх. Это хорошо, но мы сейчас спустимся обратно. Тут у нас что-то есть. Книжки есть. И гоблин драчон. Здравствуй, Уилл. Чё ж ты под это? Это Уилл? Я тоже рад тебя видеть, но нет. Здрасте. Я книжки почитаю. Так, где мы? Фрагмент мы этот. Не читали, но... Окей, давайте возьмем. Предупреждение жителей побережья мечей. Жители побережья мечей, оглянитесь вокруг. Что увидите? Богобоязненных людей, эльфов и дворфов. Или же дьявольское искажение этого божественного образа. Тифлинги, чье инфернальное происхождение очевидно даже слепому, свободно расхаживают среди нас, будто бы они вовсе не обязаны своим существованием владыкам ада и не преданы им. Эти дьявольские создания проникли в наши города, организации, да что там, даже в семьи. Они сколько угодно могут утверждать, что они хорошие,
Но много ли веру волку, что стоит с окровавленной пастью и заявляет, будто он только что отобедал одной лишь травою? О, нет! Их истинная природа ясна как день. И увы, они далеко не единственное зло, просочившееся в наш мир. Повсюду я вижу, как дроу, двергары и прочие обитатели подземья пытаются найти себе место среди нас. Вот только для чего нам принимать их, когда их же собратья разоряют наши села и похищают наших детей? Нет, конечно же, я не призываю гнать их прочь. Разумеется, я не хочу сказать, что нам следует загнать эти отбросы обратно в подземье, а тифлингов в ад, откуда они явились. Но заклинаю вас, друзья, будьте настороже. Будьте настороже, как только завидите их, и тем паче, когда их не видать. Ух, зараза. Я будучи тифлингом, я хочу тебя увидеть уже. И кое-что с тобой обсудить. Это у нас тут. О, где? Я слышу знакомый смех. Подобным смехом смеялась какие-то пути. Лечи. Саласти. Вот. Ахаха. О, пятнашки. Гоблин ищейка использует бросок камня. Ладно, пойдемте обратно в колодец. Мы тут, кажется, не все еще исследовали. Все это к обнаружению мыслей мы, конечно, не подберем уже. Но тем не менее. Что у нас здесь есть? Эти коконы мы все осмотрели. Наверху у нас... Вон куда пройти? Давайте сюда пойдем. Обгорелый дневник. Ну вот же он. Слышь? Обгорелый дневник. Большая часть листов старательно сожжена. Оставшиеся страницы заполнены одной и той же повторяющейся фразой, написанной все более возбужденным почерком. И в ее форме я обретаю экстаз. Заклинания недостаточно. У нас есть жаровня. Да будет свет. Секач. Простое оружие. Топорик. Внутренности. Ничего хорошего тут нету. Ладно, давайте осмотрим. Еще одна лопата. Благовоние давайте возьмем. Они вроде неплохо продаются. Обычно. Так, ящики. Ящики пустые. Мы их на всякий случай проверим. О, книжки. Гиды или тиды, трактаты монеток души. Это все у нас есть, но мы еще раз возьмем. Окровавленный дневник. Оп. Изначально это было посвящение Лос, написанное кровью. Но багровый текст в нескольких местах размазан, а поверх него другим почерком написано. Воспоминание о жизни на поверхности вызывает во мне нечто большее, чем просто сожаление. Я горько оплакиваю долгие годы бессмысленного барахтанья в мутных водах суетного мира, в то время как королева ждала меня во тьме. Даже имя мое Элиот ныне кажется мне чужим и грязным. Высшая эльфийка, ставшая избранницей Лос, это непостижимо даже для моих похитителей дроу. Но в видениях, наслаемых паучьей королевой, я предвижу закат и упадок их рода. И когда этот день настанет, когда некий безымянный отпрыск незнатного рода перережет глотку матери-владычицы, я убегу. Я обрету уединение и буду всей душою служить великой Лос. Очередные культисты. Покрытый паутиной дневник. Еще один дневник. Листы книги склеились от паутины. При попытке открыть книгу, паутина отрывается от страницы вместе с текстом. С большим трудом удается разобрать лишь последнюю запись. Час настал. Я навеки преодолею эту нечестивую плоть и превоплощусь в облике королевы.
Более не будет связывать меня эта низменная форма, эти примитивные органы и кости. Даже мезамбиранские архноманты будут бессильно рыдать у моих ног, ибо их заклинания слабы и ничтожны. Сегодня же я обрету дом Лос и стану матриархом. О, сапоги паучьей поступи. Паучья поступь, невосприимчивость к паутине, на вашу скорость перемещения не влияет поверхность типом паутина. Класс. Давайте дадим тем, кому надо бегать, например, Shadowheart. И он зачастую добежать до врага, чтобы иметь возможность его ударить. Дневник заполнен сделанными в торопях набросками, изображающими пауков и руны заклинаний. Все записи зашифрованы, кроме нескольких фраз в конце, написанных на всеобщем. Они чувствуют мою преданность, она их притягивает. Слышу их во тьме шепот темной матери. Я нашел дар, обернутый в паутину. Пара сапог, снятых с тела еретика. Лос посылает своих дочерей вознаградить меня за веру. Подает знак, что я на верном пути. Еще один дар. Труп Дроу с ритуальными шрамами на лице. Рахномант. Он может принимать форму паука. Это послание. Это зов. Моя кровь засыхает на кинжале. Ее благословенный образ вырезан на моем лице. О! Получаем вдохновение. Паук-одиночка. Неплохо. Знаете что? Давайте сразу переоденемся немножко. Лови сапожки. Да. Во всем магическом уже ходит. Попробовать такое же найти для Уилла, чтобы он тоже мог добегать. Я думаю, было бы неплохо. У нас наша призываемая рапира 4.11. Помимо стандартной. Я думаю, это неплохо. Катюжную рубаху пока оставим. Кто это ходит? Кто ходит? Вы тоже слышали эти шаги? Наши ребята вроде на месте стоят. Подозрительно. Так. Уилл, я понимаю, ты хочешь общаться, но под курсор не лезь, пожалуйста. Свиток паутины. Свиток ложная жизнь. Свиток мерцания. Люмингейлу. Длинный нож. Давай дадим Shadowheart. Ритуальная диаграмма. На пергаменте изображена разукрашенная схема, представляющая некий ритуал. Внизу нарисованы две обведенные пересекающимися окружностями фигуры – паук и эльф. Чуть ниже выведено лишь одно слово – запредельность. Возьми. В качестве улики потом предъявим где-нибудь. Все, все дневники изучили. Что у нас здесь? Да и здесь, похоже, тоже. Там внизу еще какие-то яйца лежат. Здесь он может забраться наверх, и наверху еще яйца. Но эту часть мы вроде все осмотрели, да? Такое ощущение, что здесь больше интереса ничего не представляет. Но нашли несколько магических вещей, что уже неплохо. Чую, скоро Уилл потребует пожертвовать ему вещь для поглощения. Так, факел не нужен. Вот напольный факел давайте зажжем. Можем забраться сюда. Здесь у нас скелет, в котором ничего нет. Старый рюкзак на паутине. Пойдемте. Лира. Возьмем. Вы куда пошли? Мы куда пошли? А, мы пошли ходить по паутинам. Окей. Ну, сапоги в паутине только одного есть. Хотя он рюкзак нами не лутанный. Куча он яичек. Здесь вот все лутанное. Давайте сойдем с паутины, это мало.
Что у нас здесь? Еще один мертвый гоблин. Окей. Наверное, это может и зловонная кладка из Танова. И не представляет интереса. Так, пойдем сюда. Ой-ой. Давай, выбирайся из кухни. Отлично. Кто-то еще из наших попал. Вот у нас есть когти, гриппы, золото. Нам один шарюха. Так, овощи и коконы. Как-то мало пауков на такую пещеру с каким-то большим количеством коконов. Вам не кажется? Вот я сейчас на карку. Так, ну это фазовый паук. Здесь мы ходили. Здесь мы ходили, все изучали. Что там наверх? Вот этот зеленый свет показывает, что нас здесь еще не было. Давайте пометим, что мы здесь были. Там какая-то куча яичек. И внизу скелеты. Со всяким. И тут он паучий кокон какой-то. Не пробили. Давайте еще раз. Так, это сохранение было неспроста. Ага, там внизу есть паук. Спасибо тебе, автосохранение. И наверху есть паук. Time for some bloody work. Ребята, прячемся. Вот он что-то заподозрил? Может, он что-то заподозрил? Враг вам не под силам, говорит. Ах ты же ёма. А за паук на трёх. У нас было автосохранение, конечно. Но как-то это неприятно, да. У нас все еще есть. Да, у нас все еще есть призываемый рапира. Но тут надо уже прям выложиться, поэтому... Отлично. Пятый уровень. Семь уронов всего лишь? Устойчивость к яду у нее. Почему так мало? Нельзя спихнуть. Жесть какая. Так. Поджигай. Так, его уронили пока. Там будет фазовый паук ходить. Пусть кто-нибудь там ходит. Из предметов 7 не хватает. Ладно, учись. И отходи куда-нибудь сюда. Боже, там же куча фазовых паучков еще. А, то есть он даже фазовый. Ууу, неприятные ребята. Так, ты... Можешь сжечь эту штуку? Жду. Уже почему 47 урона. Уже неплохо. Это не 5 уронов по тому. И можем призывать оружие. Давайте какой-нибудь двуручный топор.
где-нибудь здесь, чтобы сдерживать их. Цветные брызги, попробуйте его ослепить. Так. Вот тут там внизу мы до тебя не дотянемся. Это вроде тоже далеко. Что у нас есть? У нас есть хиткий клубень. Она бы тебя как-нибудь столкнула, да? Вот ты пока тут один у нас. Наверное, за сильное заклинание на большого попробуем приберечь. Было бы чего у него. Мы бы сняли почти половину здоровья. Так, надо как-то тебя поконтролить. Что бы с тобой сделать? Ну, хроматический шар, наверное. Давай хроматический шар, у нас 4 ячейки еще есть. Звук. Приятное ощущение. Когда я попадаю заклинанием по цели, я исцеляю всех существ в радиусе 3 метра на... за каждый круг ячейки. От на 1 до 4. О! Увеличить понемножку ребят своих. Неплохо. Нет? Так. Помазаю. Ладно, стоим здесь. Пусть там шпа забыл. А чего вас так много? Сколько-нибудь одежку? Есть какие-нибудь опалевшие руки, что-нибудь такое? Неприятно. А, ну да. Надолго нас от нее не спасли. Вообще, ваншот. Ладно. Что я вам могу сказать? Все очень плохо. Все очень плохо. Давайте хотя бы тебе поможем. Так, троих поджарили. Лечимся. Я думаю, я постараюсь с этими двумя что-нибудь поделать. Ты, главное, придумай, что делать с ним. Ей надо лечиться. А я могу? Вот. Посередине бы разделять. Могу. Удивительно. Вот, хорошо, что я могу прям посередине бы это делать. А. Может, у тебя же есть эта штука. Ба. Немножко подлечились. Уже неплохо. А из заклинаний. Разбивающий звук попробовать. Это 24. Возможно, тебя отпихнуть. Так, кислотой. Что мы про тебя знаем? У тебя устойчивость к яду. Кислоты, может быть, и получится. Так, что нам лучше? Разбивающий звук? 3D8 или 4D4? Потом постепенно тебя добивать. 6D24, 3D24, 2D4. Всего лишь. Ну такое, знаете ли. Отходим. Уже? Еле-еле, на самом деле. Ладно, мы все еще попробуем тут справиться. Надо, наверное, тебе помочь. И...
Так, по двум целям. Давай пробуем даже ледяной нож. По тебе. И по тебе. Так, он распластан. Этот прошел, у него 70. Окей. Давайте отойдем отсюда. Ну ты это, ты атакуй. Молодец. Две ребятки побежали. Есть запись. Он выжил. Он выжил. А гейл уже нет. Так. У него 67 здоровья. Тут еще этих двое. Такое себе. Ведь его мы никуда особо не столкнем. Способность понимать зверей нам сейчас уже не для разговоров. Немножко. Так. Лечимся. А, на 4. Силе нас это не спасло. Так, убили существо урона от падения. Окей. И чё теперь? Давайте немножко отойдем. Постоим на льду. Пытается встать. А, делает базовый бит. И бьет нас. И убивает. Тем не менее у нас наше оружие все еще есть. Что удивительно. Десять. Уж уже они не смогут его пробить, да? Может быть, тогда мы сможем этим оружием всех победить? Ой. Это нехорошо. Надо бы помочь своим как-то. Во-первых, надо лечиться. Так, идем. Спустится паучок. Думаю, мы тебя добьем. Окей. Потихоньку, потихоньку живем. Ха-ха. Нехорошо. Ну, шанс был. Шанс был, оказывается, призрачное оружие против пауков. Хорошо. Возможно, сперва нам надо разобраться не с матриархом, а с его яичками. Ну, и сперва повысить уровень до 5-го. И потом уже прийти сюда на 5-м уровне. Чтобы справиться с этим животным. Вон там яички. Так, ребят. Time to press ahead. Внизу скелет. Ну, пока ходит. Ходит, пока нас не слышит. Это затянется надолго. Это ребята. Спокойно. Сюда он вроде не ходит. Будем спокойно развивать яички. Ну как, если бы не яички, мы бы справились.
Вот эти будут сложнее разбить уже. Так, вот есть какие-то узловатые корни, которые позволят нам спуститься вниз. Но внизу у нас фазовый паук, что нехорошо. Так, спрятались. Давайте подумаем, что можем сделать. Включить пошаговый режим и попробовать его уронить. Тогда он получит уже хотя бы часть урона. Когда будет на паутине, да? Видите, как вариант. Нас он пока не видит. Так, походовый режим включить. И погнали тогда. Вот так. Попробуем. Окей. И уходим отсюда. Куда подальше. Never wanted the easy path. Просто уходим. Как будто нас здесь не было. Он просто поскользнулся и упал. Подумаешь? Это не мы. Он пока не знает о нашем существовании. Может тебя в другую сторону отвезти? Сюда? Меня-то он видел. Давай. Чего он не падает? Чего он не падает? Он должен был упасть. Он должен был упасть и нарушит нам все планы. Всего-то. Так. Так, ну я пока один в бою, да? Ну, во-первых, лечусь. Что-то будет тяжело. Будут бить. Есть что-нибудь? Будет. Он в бою. А у нас, кстати, боевые действия еще нет. А? Поэтому давайте направлю еще один. Так, 11 урона. Окей, помним, что яички. Тут яичек. Одно яичко осталось. Одно яичко не добили. Жалко. Тут их целых 6. Как мы с ними справиться? Давайте отойдем отсюда. Уилл, ты пока не в бою. Лечись. Что ты можешь делать? Ты можешь вот толкнуть. Но пока толкать, наверное, не надо. Пылающие руки твои тоже нам пока не сильно поможет. Броня гасится. 10 урона холодом. Было бы неплохо, но пока, наверное, нет. И руки Хадера тоже нет. Вот пока, наверное,
по яичкам. Ну тогда к этим яичкам пойдет. Ну, тогда у него хотя бы одни яички будут. По тебе? О, у тебя есть? Подожди. Подожди. А из предметов? Из предметов у тебя нету нужного. А если дам? У нас из предметов где-то была что-то вроде гранаты. Во. Огонь алхимика. У нас он у Гейла есть. А ходит сейчас у нас Уилл. Передаю Уиллу. Уилл. Worth a try. А, состояние направляющий луч. Нет. Ладно. Ну, уже 7-7 урона мы нанесли. Уже неплохо, наверное. Давайте мы немножко отступим. Перекрыт. Если встану сюда. Вот, давай даже вот так. Раз, два, три. Да, тяжко. Магию стихийную не вызвали. Жаль. Ладно. А сейчас будет он. А нет, сейчас будет еще мое оружие. Фу-фу. Попробовать. 5 урона. Окей. И пока давай здесь пойдем, если хочешь пойти. Конфет. Помазал. Еще один. А это попал. И токсином причем. Ладно. Этого, я думаю... Так, ходим мы. А, ну этот пока не ходил. Окей, тогда шанс, наверное, еще даже есть. Попробовать поджечь... Ты же умеешь поджигать, да? Не, не умеешь. Вот умеешь сталкивать. Умеешь, ну? А почему? 18 метров же. Давай по нему. Тогда того мы уже сами. Окей. Минус один. Так, в качестве бонусного действия. А, пока ничего не надо. Так, у него 24. Дай паутину. Оп, распластан. Замечательно. Мы постоим здесь. Я пойду сюда. Так, что у меня? А, у меня человек второго уровня-то нету. Ну, придется первым уровнем бить. А с первого уровня у меня либо цветные брызги, либо длинный нож. Ну, хроматический шар есть. Но тут я его не вижу. Хотя вот если я встану на сюда, то увижу. Эко снова по обоим. Так, надо встать куда-то сюда. Вот это паутина. Не хочется вставать на паутину особо. Но шансов немного, да? Как путь-то перекрыт, да?
А, ладно, давай. Ну, прошли испытания. Окей, дубль 2. Что нам тебе? Хроматический шар. Пополучь. Все равно тебя не видим. Надо выбрать две цели, да? Хотя я могу по одной. Чтобы не тратить тебя. Ну все, больше двигаться не могу. Давайте последний раз попробуем, увидим эти минуты. Нет, этот путь. А. Не, смотри-ка, могу. Шестнадцать урона. Окей. У тебя 69 здоровья. Надо бы сейчас... Он же как встанет, он же пойдет к этому. Вот такой. Молодец. 12 урона. Его ушел. Это не так. До двух пауков избавились. Что-то умеешь. Пылающие руки. Это не такое уж далекое. Броня Агафиса, наверное, пока не время. Нас пока никто не окружает. Хотя они сейчас как начнут. Ну-ка, давай-ка на всякий случай. Броню Агафиса. Чтобы уж наверняка. Они явно пойдут меня бить. Пути не борюсь. У тебя что есть? У тебя есть мощное нанесение ран в ближнем бою. Есть направляющий луч 4.24. Вот хуже, конечно, чем это. Зато следующий бросок против этой цели получит преимущество. Ты достанешь? Говорит, что нет, не достанет. И он сейчас горит. Еще 3 хода. Могу я вылечить как-нибудь тебя? Вообще гейла надо лечить, поэтому... Да, могло быть поэффективнее. Так, у нас одно призрачное оружие уже парит. Можем мы призвать другое? Что-то мне говорит, что нет. Так, я в паутине. Это плохо. Что мне делать? Мне нужно тебя не достреливать. Ни до кого не достреливаю. Ладно, до вот этого яйца достреливаю. Но у него устойчивость к яду, психическая устойчивость. А к следующему нету. Вроде как. Не, так плохо. Так, не дотягивайся. Вот ламба, вот этой штукой, но увы. Я в паутине. Неприятно, неприятно. Ладно, что мы можем сделать? Чтобы он тут не ходил, никого не призвал. Себе помочь мы, к сожалению, больше никак не можем. Конец ходов. Главное, паутину не ломать. Да, может, мы здесь парочку вперед сделаем. Выйдем уже из простого токсина. Предметы. Пошли. Заклинаний. Может, маселка? Но мы сейчас не успеем масел, потому что сейчас будут пауки все прыгать. Так надо было бы раньше. Цели слишком далеко. Ничего, сейчас не подойдут. Сейчас цели подойдут. Что мы можем сделать помимо этого? Как не может усилиться?
Магический доспех взять? Давай магический доспех. Все, говорить, не должно быть брони. Я подниму брони. Че началось-то? Давай на него, не? Не, говоришь, что нельзя. У, не можем. Ладно. Жаль. По-хорошему создать воду в то место, куда они придут. Допустим, они придут сюда, а потом сюда кинуть вот этот вот ледяной нож, да? Ну, давайте попробуем подготовиться к их приходу. Они могут прийти и сюда. На кому они придут? Сюда или сюда? Наверное, сюда они больше чаще придут. Давай-ка мы сейчас... Так, мы вот сюда вот отойдем. Ой. И все-таки подготовим плацдарм для битвы. Давай здесь живем голем. Все. Надеемся, что мы это делали так правильно. Полет. И чё, фишка, что полет у нас нету? У нас слишком мало полет. Мы не долетаем. Не, серьезно, мы не долетаем. Максимум до сюда. Что ж ты далеко прыгаешь, да? И как нам тебя достать? Почему у тебя такая маленькая скорость? Непонятно. Ну, внизу-то мы не особо-то и нужны. Ой, как-нибудь забраться наверх? Полетели сюда. Можно отпустить призывное существо, конечно. О, там темный аметист какой-то. Привет. О, аметист какой-то. Ой, чуть-чуть, 18 урона. Так. Уилл. А, ну, у нас что, просто недалеко отошел. Окей, что ты можешь делать? Что-нибудь мощненькое. Ага, 3d6, но это на ближнем бою. И это тоже на ближнем бою. У меня на дальнем бою только это что-то есть. Критический комар. Да. Не то, что хотелось бы, но... Так, отходим. Оставим, заманим их сюда на воду. И не заманим. Так, у нас из второго уровня есть еще возможность призвать призрачное оружие. Бесследный шаг, зеркальное отражение, синий ран, вода. Может тебе 4.24? Пятнадцать урона тебе. Держу. А мы отходим от воды. Насколько можем. Так, теперь нам надо отходить отсюда. Я, наверное, сперва в тебя чем-нибудь шандарахнуть. Давай тебя хроматическим шаром шандарахнем. Одним. Каким? Еще раз горением. Кислотная поверхность тебе там вряд ли нужна. Вряд ли ты будешь подтягивать 2d8. Вот давай просто t3-24. Если повезет, у нас сейчас промах. Это еще учитывая, что у него там направляющий луч был. Да что ж такое-то? Это не повезло. Бывает. Ладно, мы походили. Тед, подойди немножко. Посмотри, что ты умеешь. Давай. Снова промах. Отходим. Почему промах? По идее, кислота на нее все еще есть. Класс брони мы сняли. У нее устойчивость только к яду.
Интересно. Может, нам не везет пока. Так, ты. Давай. Молодец. Топорик пока лучше всего себя показывает. О, двое ребят пошли топорик рисовать. Молодцы. Двое ребят как-то атакуют наш. Нехорошо. А, он еще яичко нашел. Ладно, ну птички нам было сложно даже. Гнев. Гнев помощью королевы, это, конечно, звучит. Страшно. А нам бы как-нибудь подойти и что-нибудь с тобой сделать. Тут у нас яд всякий. Может, все-таки подождем, пока ты к нам подойдешь. Ладно, давай подойдем. Что у нас есть? Броня Гафиса у нас все еще должна быть активна. Говорят, нет. Ну давай так. Мы ее столкнули. Ой, мы ее совсем столкнули. Хорошо. Наверное. Осталось только мелочь. Нам бы что-нибудь уешное. Что у нас его уешное? Возможность ослепления не поможет. Вот. Длинный нож? Можно было бы. Я думаю, мы так с тобой справимся. Че у нас? Критический промах. Да ладно. Не повезло. Попробовать тебя толкнуть. Навряд ли у нас получится, конечно. Давайте только сможем столкнуть тебя вниз. Это же маленький паучок. Это маленький паучок. У нас получилось. Так, я бы тебе сказал, лечись. Так, а чё лопаться? Давайте первый уровень. Отлично. У нас теперь никто не атакует. Ты отходи. А ты разбирайся с паучками. Класс. Привет. Ну, давай нет. Готово. Остался один. Мы, конечно, подготовили тут плодарм за заморозки, но он в итоге не пригодился. Наверное, это хорошо. А, там еще, кстати, вон куча паучков. Вон тех. Их там мы не предусмотрели. А, они сейчас будут ходить. Так, ты давай отходи совсем. Тебя жалко. У тебя 9 здоровья осталось. Впрочем, у меня тоже. Так, эти паучки мертвы. А, полет. И еще полет. А, все, мы долетались. Иди ко мне. Так, двое ко мне пришли. Отлично. Двое ко мне пришли. 4. Замечательно. План сработал. Они потихоньку все это дамажат. Потихоньку, помаленьку, но урон наносят.
will prevail. Concentrate. Критический промах. Бывает. Never a dull moment. On my way. Ну, пошли куда-нибудь. Сюда, наверное. Не попадем же, да? О, не смотри, видим. Единичка осталась, а? Живучий. Ты отсюда увидишь кого-нибудь? Было бы неплохо, если бы увидел. Но похоже нет. Ну, не видишь и не видишь. Класс. Маму положим. Так, а мы матриархата убили? Он как улетел далеко? Убили, даже если бы он не улетел, убили, но... А вдруг у него был какой-то важный лут? Сердце матриарха, например, что-нибудь еще? Что же у вас у них по одному здоровью-то остается? Let's go. Ну вот у тебя два. Blood follows me everywhere. Ну, ты постой здесь. Ну и все, остался один паучок. Ух. Мы живы. Это хорошо. Давайте откроем общий инвентарь, разделим. Лечение. Еда. Сразу. Гей, выпей. Я давай, давай тебе. Пять тебе. Три тебе. Это мы немножко чересчур разделили, но, между прочим, у нас скоро уже будет новый уровень. Ну или не скоро, тут уж как пойдет. Вернав тоже можно подлечиться. А можно сделать это чуть попозже. Паутинное железо возьмем. Тут ничего. Тут ничего, но там маленькие паучки. Их, я полагаю, ничего и не должно быть. Так, мы пришли сюда отсюда. Или не отсюда. Давайте сходим сюда. Посмотрим. Были ли мы здесь? Да, тут мертвый гоблин. Пустой паучий кокон. Тут мы, походу, были. Там вот мертвый фазовый паук. Внизу зловонная кладка яиц. И куча паучьих коконов. Я вот не заметил, дали нам опыт за убийство королевы или нет. Но будем надеяться, что дали. Так, внизу у нас есть как минимум скелет. Всякие кладки. Давайте. У тебя получится. Ой. Темный аметист, который тоже хочется взять. И давайте, наверное, вот здесь мы спустимся.
чтобы заодно и скелет осмотреть, и темный аметист взять. Может, что-нибудь еще полезное узнаем. Темный аметист. Давайте я возьму. Something ominous about such depths. Wonder how deep it goes. Так. Well, он нужен для открытия древнего фолианта. Понятно. Так, квестовый темный аметист. Что у нас здесь? Серебряное колечко. Деньги. Боевый поток. Окей. Что-нибудь еще? Давайте по низу пройдем. Ага. Корень, чтобы забраться наверх. Можем забраться сюда. И забраться еще выше, чтобы попасть куда-то туда. Забираемся, посмотрим, куда нам тут предлагают пройти. Вот так то уйти. А, паутины все. Запорошу. Много паутины. Ну, кстати, я мог делать так весь день. Так, паучьи яйца. Так. Где-то я здесь видел висящие штуки. Что-то мне сейчас не показывают. Были висящие штуки. Паучьи коконы. Давайте посмотрим на гоблиненка. У него яблоко. Две монетки. Вот эти вот штуки надо пожигать. Так, порыв ветра и 10 монеток. Ты куда пошел? А. Главное, что подобрал. Иногда меня пугает то, как они ищут себе дорогу. Нифига они ее находят. Глубину осмотрели, тут тоже все осмотрели. И спуск где-то здесь. Пойдем сюда. Здесь у нас были самые кровавые сражения. И отсюда можем уже спланировать, куда нам пойти дальше. Во-первых, сюда. Снова паутине. Давайте все собираемся здесь. Я, кажется, хотел кому-то еще что-то из экипировки надеть. Правильно? Или мне показалось. Перчатки. А, шлем. Кожаный шлем. Что тебе дать? Кожаный шлем дает тебе ловкость плюс один. Эта штука дает только изящество. Только изящество, конечно, хороша. Но бонус к ловкости. Слушай, но у тебя нет умения легкая броня. Благо, у тебя тоже нет умения легкая броня. У тебя есть умение легкая броня. А у меня маска оборотня, которая мне нужна. Ну ладно, пока. Без шлема походим. Найдем какой-нибудь средний мир шлем. Тогда, возможно, переоденем нашу Shadowheart. Ладно, пойдемте дальше. О, нет.
Могли бы паутину взять, но будем перегружены. Опять перегружены. Она столько весит. Вот так-то 15 килограмм, да. Жесть. Так, можем спуститься здесь. И здесь у нас есть знак телепорта. Что позволит нам быстро выбраться на поверхность. По идее поможет. Так, все мы тут исследовали. Ну, вот здесь вот в углу еще пройтись, посмотреть, что тут точно ничего нету, и можем тогда уходить отсюда. Так, скелет, скелет и кинжал. Маленьких пазовых паучков, в которых ничего нет, разумеется. Пойдем здесь проверим. А, тут есть скелет, наверное, не золотанный. И еще одна паутинная железа. Можем сделать одну паутинную гранату, попробовать. Так, шалёха. Забирай, потом пройдем, продадим. Что у нас здесь? Ну и здесь мы поднимались. Здесь мы поднимались, ничего интересного здесь больше нету. Правильно? Ну и считаем, что тут можем понять, конечно, по вот этой ладе. Куда они нас приведут? Ну, к нашей. К нашему поле битвы. Ой, смотря не улетело. Что бы мы нашли у нее внутри? Наверное, что-нибудь полезное. А может нет, кто знает. Да, главное, что я моргнул и не увидел. Дали нам опыт. А так, ну, давайте понесем. И отсюда. Потом вымершую дверь. Так, и у нас где-то была книжечка и камешек. Book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Beneath the allure, you feel the faintest echo of torment. There is great power in this book. But also great suffering. Давайте вставим. Ничего ж плохого не произойдет. Но мы книгу не протянем, его с нами нету. Хотя он просил изучить, так сказать. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. So much promised. But what is sought in return? Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Так, вот так как мы чародеи, можем пройти испытание харизмы, чтобы попытаться установить связь с внутренней магией. Давайте. Shadowheart, помогай. Ты
The glyphs swarm impatiently. The book wants you to turn the page, to delve deeper. It's hungry. Давайте соберем свою волю и заставим магию явить свою истинную природу. Это будет сложнее, но мы справимся. The glyphs seem to burn your inner eye, outraged at your denial. Within the pages you feel a feral thrashing. Living magic, driven mad by what it was used for. Necromancy. The magical energies of all living things were stolen, corrupted, and sealed in this vile book. It wants someone to share in its insanity. Ну, мы все-таки чародей. Давайте соберем всю свою силу вокруг книги и попробуем направить чувство покоя на странице. 15 в этот раз. Ну, пожалуйста, не подведи. 7. Да что ж такое, нет. Не повезло. Жаль. А у нас есть вдохновение. Ха-ха. Давай. Ну вот, все. Вдохновение это хорошо. The voices falter. The anger quells. The magic seems to grow still and quiet, like a soothed beast. Nothing, just old parchment covered in arcane symbols. The magic sleeps. The heavy cover thumps shut with a strange finality. Окей, мы потратили вдохновение и получили вдохновение. Я думаю, все правильно сделали. Есть. Получается то же самое. И как мудрец, мимо, что всякое знание ценно само по себе. Больше вдохновения и опыта. Ну и давайте на этой ноте. Сохранимся и сделаем небольшой перерыв. Большое спасибо за просмотр. И увидимся.